Команде «Металлург» нет равных в России в своем виде спорта. Победы видновских мотоболистов гремят не только по стране, но и на европейских турнирах. Спортсмены держат высокий класс и профессиональный спортивный уровень вот уже более 40 лет. Чем живет клуб, какие у него успехи в новом сезоне 2014 года, обсуждал глава района на встрече с мотоболистами. Вас любят жители, гордятся вами. Да, для всех, для нас очевидно, что мы говорим «Металлург», подразумеваем Видное, Ленинский район. И наоборот. С таких слов начал глава Ленинского района свою встречу с мотобольным клубом «Металлург». Сергей Кушман искренне поблагодарил игроков за тот весомый вклад, который спортсмены вносят в копилку при умножении успехов и результатов района. Сезон 2014 года начался с победы «Металлурга» на Кубке России. Наша команда «Металлург» надежная, устойчивая, как наш город Видное, направленная, нацеленная на результат, на развитие. Это уже летопись, которую мы будем бережно хранить и приумножать. Действительно, победы видновского клуба поражают всех. Еще в далеком 79-м году основатель команды, директор МКГЗ Павел Федорович Гаевский, сказал ребятам, чтобы они были нацелены только на победу. Мотивируя тем, что их соперники такие же люди с двумя руками и двумя ногами. И если они тренируются два раза в день, то пусть наши тренируются по пять раз. И с тех пор ниже второго места «Металлург» никогда не опускался. Несколько лет назад газета «Спортэкспресс» опубликовала рейтинг команд многократных победителей чемпионатов России. И мы тогда были на третьем месте. Была «Уралочка» волейбол. Нет, баскетбол ЦСКА был, «Уралочка» волейбол. И мы, «Металлург» был на третьем месте. Но это было года 4-5 назад. Поэтому, видимо, сейчас уже «Уралочки» она уже и нет. Поэтому, я думаю, или мы на первом, или на втором точно месте. «Металлург» выигрывал чемпионат России 27 раз. В Московской области нет более титулованной команды. Ценно еще то, что наша команда муниципальная и полностью обеспечивается из бюджета. Не так давно для клуба был приобретен новый комфортабельный автобус. Спасибо вам, благодарны. Сейчас мы едем в очень хорошем комфорте. Вот, и приезжаем также домой. Все чистенькие, без поломок. Вот. Ну, в будущем, может, еще поможете с мотоциклами. Глава обещал в будущем рассмотреть вопросы обновления технопарка. Ведь видновский мотобол является визитной карточкой города и района. Елена Бабина, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.